Многие не пробовали вот так вот уехать в лес, ночь, развести костер. Вот это потрескивание. Ну не знаю, это вообще, ну не описать. Я понимаю, каждому свое. Кому-то на диване поваляться, в телевизор посмотреть. Я бы вот вообще не уезжал отсюда. Сейчас пришел, спальное место приготовил в первую очередь. Сейчас буду готовить еду. Разделочную доску забыл, но ничего. В общем, решил не чистить картошку. Буду делать с кожурой. Сало нарежу, картошку нарежу. И на шампур. Наверное, в первую очередь повешаю. Сейчас вот там загорится, это прогорит. Вот эти поленья, как угли будут. И повешаю. А тут у меня шашлык, это там куриные крылышки, они быстро сготовятся. И картошку в фольгу буду заворачивать. Зимой делал так на рыбалке, ну правда там не на огне. Вообще вкусно было. Так вот, нанизил две картофелины. Сейчас заверну в фольгу. Это чтоб не стекало. Не вытекало, вернее, вкуснятина. Ну и держаться будет лучше. Вот такой вот люля-кебаб получился. Дождался, прогорело. Сейчас картошку. Это картошка. Сейчас шашлык. Нахреначу. Все. Куриный шашлык тоже вешаю. Картошку я минут 5 назад повесил. Посмотрим, что получится. Первый раз делал. Ну, жар вроде есть. Крылышки курицы сготовились. Ну как бы их готовить-то долго надо. А картошку я убрал в финскую свечу. Тут жара уже не хватает. Думаю, что картошка заготовилась вообще. Блин, вообще шикарно. Блин, это вообще шикардос.